Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Обзор электроинструментов и с вами Николай Дотошный. Сегодня у меня аккумуляторный инструмент от торговой марки Краун. А это бесщеточный аккумуляторный лобзик Краун. Модель сети 25003HX4. А также аккумуляторный бесщеточный перфоратор Краун. Модель сети 28201HX4. Друзья, этот аккумуляторный инструмент относится к аккумуляторной семье Краун, то есть все взаимозаменяемо. Если взять от перфоратора аккумуляторную батарею, и можно ее установить на лобзик. Также с лобзика можно установить на перфоратор. Друзья, пользуясь случаем, хочу вам рассказать, что у меня для вас есть очень хорошая новость. Недавно я познакомился с Ильей, который руководит компанией Инта. И он мне отправлял на тест средства индивидуальной защиты. Хочу вам от себя посоветовать, что продукция 3M мне очень понравилась, так как качество на высшем уровне. В общем, друзья, по промокоду NIC вы получаете 10% скидки, а также можно им звонить на телефоны и также говорить промокод NIC. То есть без разницы, или вы себе приглядели защитные очки, которых на сайте очень-очень много, или респираторы, тоже видно очень огромный выбор. Или защита слуха. Лично я всегда работаю в берушах, что рекомендую и вам. В общем, друзья, по промокоду NIC скидка 10% на весь ассортимент в компании Инта. Кому будет интересно, все ссылки я оставлю в описании. Хочу вам сразу сказать, что в комплектации перфоратора идет дополнительная батарея зарядная, и также в аккумуляторном лобзике идет дополнительная батарея и зарядное устройство. Комплектуются они батареей 4 ампер-часов. Друзья, я делаю этот обзор для того, чтобы вы написали в комментариях, что первым протестировать и разобрать. Это перфоратор Краун или аккумуляторный лобзик. Перфоратор у меня уже был аккумуляторный на обзоре. Кому интересно будет обзор аккумуляторного перфоратора, ссылка будет вот здесь прикреплена. А вот аккумуляторного лобзика меня еще на обзоре не было, и также я не разбирал и не смотрел их и не тестировал. Обязательно напишите в комментариях, какой из инструментов первый протестировать и разобрать, и как именно протестировать, что делать. Может, перфоратор попробовать на максимальный бур, поставить какой-то максимальный бур, попробовать, как он будет бурить, или также делать тест, как я делал с предыдущим перфоратором, то есть на максимальное количество отверстий. И также напишите в комментариях, как именно лобзик протестировать. Так, сейчас включу, послушаем, как работает. И это вправо. Сверление с ударом. И просто удар. Ну, остальное в тесте будем проверять. Кстати, стоит, не падает. Ага, вижу, сразу есть антивибрационная ручка, то есть здесь стоит амортизатор. Что еще вам сказать? Ну, как бы всего так говорить не хочется много, потому что обзор не будет интересно. А что мне еще понравилось, что индикатор заряда батареи имеет целых 4 деления. Обычно всех по 3, а здесь 4. Кстати, батарея не люфтит. Очень плотно сидит. Так. Ага, я понял, почему она плотно сидит, но это все я вам расскажу в обзоре. Сейчас не буду все козыри сразу выкидывать. Ну, зарядное устройство меня реально впечатляет. Плюс есть для тех, кто не разбирается, указания, что да как да с батареей, когда заряжена, когда поломана, когда перегрев батареи. Вот видно, пошел заряд батареи. Покажу вблизи вам ряд предупреждений, то есть
может сигнализировать о поломке батареи, о полном заряде, о перегреве батареи и также о заряде батареи. Друзья, короче, поставил я на зарядку и услышал, как заработал вентилятор. Прямо из этих отверстий снизу дует воздух. Я надеюсь, вам слышно. Как ни крути, профессионал. И очень мне понравилось, что во время зарядки индикатор полностью включен и показывает, сколько еще делений осталось, чтобы батарея была заряженная. Видите, одно деление еще мигает, это означает, что осталось еще чуть-чуть подзарядить батарею. Да ладно там те перфораторы, шуруповерты, вот мне реально нравится лобзик аккумуляторный. Ну и я думал, что когда я прицеплю батарею аккумулятором, что будет в нем дисбаланс. Дисбаланса, кстати, в нем никакого нет. Так, хочу послушать вместе с вами, как он работает. Выставил я регулятор на единичку. А ну сейчас на максимум. Стоп, плавный пуск. Неплохо, неплохо. Слушайте, я вам сейчас все расскажу, потом будет неинтересно смотреть. А вот мне очень интересно, почему они расположили регулировку оборота вот в задней части лобзика, а не где-то здесь. Ну, наверное, будем разбирать и смотреть потом. Но я так думаю. В принципе, меня не напрягает, что здесь регулировка оборотов. То есть не каждый обычный лобзик может таким даже похвастаться, что есть регулировка угла наклона пилки. Здесь их аж 4, 0, 1, 2 и 3. То есть вместе 4. Кстати, в лобзике в подошве спрятан шестигранный ключ. Шестигранный ключ для того, чтобы можно было сменить угол наклона подошвы. Ну что ж, друзья, я немного вам сделал анонс, показал. Я думаю, вы немного уровень поняли, что это реально профессиональный инструмент, он не относится к бытовому инструменту. И скорее пишите комментарии, я буду каждый комментарий читать и отвечать. Кстати, очень мне нравится то решение, что вот в чемодане для хранения каждый элемент имеет свое место. Перфоратор на своем месте, батарея на своем, зарядная на своем. Плюс очень важный момент, что перфоратор хранится без аккумуляторной батареи, то есть она отдельно. Друзья, вот здесь люди подошли с головой. Точно так же в лобзике, ну как бы ты ни хотел, ты его с аккумуляторной батареей в чемодан не положишь. Нужно отсоединять, не лениться и все. Все ложится на свои места. Ну вот этот момент мне вообще впечатляет. То есть не занимается экономией как дешман, а здесь более грамотно, все продумано до мелочей. А если тебе нравятся мои обзоры, обязательно ставь лайк. А если не нравится, лепи дизлайк, я это заслужил. А также не забудь подписаться на канал и нажать колокольчик, а то пропустишь много чего интересного.